по команде становись, прекращаются все движения, убираются. Ты в строю или нет? Встали ровно. 141 урок довоенной подготовки. Холостим 30 минут и потом делаем два больших замеса друг напротив друга. То есть сегодня без поиска. Замыкаем нашу тактику на пару месяцев. Следующую субботу занятия с холостыми выстрелами. Именно в субботу. Имейте в виду, с воинской частью договорился. Руслан, надо еще соединиться как-то, видишь? Ну согласись, подбежай к круговой обороне, и мы начинаем отходить. Отходим, и каждый держит свои сектора в круговой обороне. Понятно? Сына, когда бегаешь, ствол вниз, не целься. Еще раз повторюсь. Отходим круговой, отходим. Иду. Немаловажный момент, чтобы мы тоже достаточно оперативно, быстро и скрытно развернулись, ребят. Поэтому не тупите. Весь фронт мы смещаем влево. Влево, поехали. Стараемся от укрытия к укрытию, ребята, также. Чайка, я понимаю, тебя тянет к мужу. Но соблюдай расстояние. Вы все смещаетесь в центр. Мне важно, чтобы вы этим же фронтом отходили. Там нормально. Вот у вас здесь раз, два, три, четыре образовалась кучка. Кто кого прикрывает? Непонятно. Когда он бежит, Володя, простреливай! Лэба оттягивайте, он вообще один остался. Все, мы выдвинулись в другой группе. Посмотрим, как произойдет сейчас встречный бой. Че, где? Там лязг оружия был. Поехали, поехали. Так, мы начинаем насыпать. Я беру себе вторую жизнь. Поехали. Давай, смещаемся вправо. Давай, давай, прямо туда. Во, красава, красава. Все, да, смещаемся. Иду. Держу. Итак, стоп. Моя группа начинает отход. Четко. Мы начинаем отходить. Дымолухи, отходим. Поехали. Опа. Закручиваем, закручиваем туда. Сын, отходи! Отходи! Иду! Держу! Сделайте мне круговую. Это они отбегают, смотрим. Сына, пройди, возьми туда. Вот туда, вон там, за дерево. Сели. Доклад. Да, если что, ничего не увидел подозрительного, начинаем движение. Вон там он залег один. Итак, группа, общая команда. Мальчик! Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм! Бэм-бэм-бэм-бэм! Пошел, иду! Держу! Док, попадет это на видео, спину тебя убил, сорян. Сына, пошел! Держу! Это очень неправильно, очень неправильно. А? Вот ты сейчас бежишь вообще-то, ты хочешь стрелять, это минуя все тактические действия, ты пытаешься это сделать. Это неправильно. Ты бежишь со стволом еще вот так, очень медленно. Задача тихо, мелькнуться от дерева к дереву. Нельзя бежать в эти кусты, давай, 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 давай. Сын, ложись за укрытие или просто ляг.
Он меня вот так вот идет и шаг нахрен замедляет. Боец, вот! Он бежит, когда этот простреливает, и этот простреливает. Его задача максимально сблизиться. Ну, в принципе. Он ну просто. Знаю. Вот у меня сейчас был. Он меня пытался идти, бам, еще на этом моменте пытался достать гранату. Какой у него шанс был? Естественно, будет маленький, медленно. Контакт открывать за 40 метров смысла нет, особенно в лесу. Еще раз говорю, главное сейчас просто взаимодействие в группах. Так, команда, разведите оружие.